Мой дорогой друг, Иисус может избавить тебя от родового проклятия, порчи и наговора через молитву. Дело, которое гарантированно должно приносить прибыль, терпит крах? Бизнес гнетут неудачи, конфликты, проверки, штрафы, убытки? Бизнес, с которого снята порча на успех, вернется в прежнее русло и будет приносить великий доход. Я молюсь за твой успех и процветание.